Я до сих пор считаю страны Евросоюза, это отдельно Германия, отдельно Италия, отдельно Франция, отдельно Испания и так далее. Для меня Евросоюз, лично в моем мнении, для меня он не является союзом. Это все-таки отдельное государство со своей экономикой. Насколько вероятность развала Евросоюза, пока тоже сказать очень тяжело, но все может быть, со временем посмотрим.